В настоящее время уделяется большое внимание развитию отрядов ЮИД, где ребята не только сами изучают правила безопасного поведения на дорогах, но и ведут просветительскую работу среди всех участников движения – пешеходов, пассажиров и водителей. В этой организации я участвую с 5 класса. Мне это нравится, потому что я люблю помогать детям, подсказывать им то, что они не знают, рассказывать им что-то новое. Плюс я люблю сама что-то новое узнавать. Вот. Мне это помогает. В Видновской школе номер 7 юидовцев с наступающей датой 49 лет со дня основания поздравили сотрудники госавтоинспекции, после чего участники организации познакомили первоклассников с основами дорожного движения. Очень интересно узнавать что-то новое по правилам дорожного движения и рассказывать это маленьким детям. Ну и ходить по классам, объяснять им, как надо вести себя на дороге, на проезжей части. Старшие ребята в игровой форме показали, как правильно переходить дорогу и рассказали о правилах поведения на пешеходном переходе. Также объяснили первоклассникам важность светоотражающих элементов на одежде в темное время суток. Ребята отмечают, что малышей с самого раннего возраста нужно знакомить с ПДД. Потому что они могут идти о чем-то разговаривать, например, по дороге, и не увидеть, что, например, красный свет, и может пролететь очень быстро машина и сбить их. В отряды ЮИД может вступить любой школьник, начиная со 2 класса. Всего на территории муниципалитета работают 22 отряда во всех школах округа. Традиционно ребята участвуют в таких мероприятиях, как «Безопасное колесо», «Слет ЮИД», проводят всевозможные акции, направленные на безопасность дорожного движения, как в школах, так и вместе с нами, с сотрудниками госавтоинспекции, при различных рейдах. После окончания школьного мероприятия члены ЮИД провели одну из своих агитационных акций. Они пообщались как с пешеходами, так и с водителями. Когда вы пешеход, не смотреть в телефон, не одевать наушники. При переходе проезжей части, да? Спасибо. Молодцы. Соблюдайте правила дорожного движения также. Дмитрий Книг, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.